Всем привет! Сегодня я распакую магнитоши. У меня совсем чуть-чуть их. 6 штучек. 6. Чихнула. Так, начнем. У меня вот такие пакетики. Есть несколько штучек, 4. И еще 2 разных. И... Так, начнем. Так, стык, так. Сейчас, секундочку. Обратно прибежал. Так, начнем мы открывать, которых больше всего. Начнем красненькие. Так. Вау. Прикольно, да? Кроссовочек. Так, второй. Что? Повторка? Ну, не страшно. Так, сейчас будет вообще неинтересно, если все будет попадаться одни и те же. Пельмешка! Мусик. Попавшийся. Так, еще одна штучка. Блин, это совсем несправедливо. Так, начнем вот такой ответ открывать. Хоть бы что-нибудь. Новое попало. Шучу, новое. Вот такой вот черепок. Так, вот этот водитель мне очень красивый, нравится. Хоть бы что-то новенькое, так попробуем посветить на свет. Так, я вижу уже цвет, и это, скорее всего, будет... А, нет, это обманка, кстати. Через пакет будете смотреть, то это обманка сделана. Отгадайте. Вот такая милота. Вот такая красивая. Ну, короче, получилось. При повторке. Совушка. Мопсик. Мишка. Черепок. Я, конечно, рада. Я не знала об этой функции. Что они магнитятся как-то. Если, например, они хотят друг друга магнититься. Прикольно. Посмотрим сейчас, кто с кем смагнитится. Так, с ней никто не смагнитится, потому что я кинула слишком сильно. Окей, так. Ну, а совушка столько кил не выдерживает. Поэтому на этом. Всем пока!